Всем привет! Будем ремонтировать с помощью холодной сварки вот эту фигулину. Отломался кусок прям пластика с резьбового соединения. Понадобится холодная сварка, перчатки, ножик и сама поломка. Залепил штукенцию, то есть видно, вот она вот в одном месте треснула, а в другом месте прям кусок вывалился. Залепил холодной сваркой, чуть-чуть подмазал, все, сейчас застынет. Вот остаток уже тверденький, ну еще чуть-чуть мнется, надо еще чуть-чуть подождать и будет готово. Все, фигулина наша восстановлена, все работает, ничего не лопается. Сейчас будем собирать велосипед. Здорово. И ты велосипед как новенький. Да, вот только лучше. Ой, тихонько, ты что? Поехал кататься. Все, давай. Ух ты. Теперь я уже к велосипеду и сидушке старой привык. Ага. Которая на Кирилла была настроена раньше. Угу. И это... И теперь мне лучше не сидеть, а стоять вообще. Угу. Садись. Он привык стоять. Нет, все, нормально. Хорошо. Помните, срывала эти нарциссы? До сих пор вот такие свеженькие, красивенькие стоят. Так долго даже не ожидала. Вот один даже такой вот бархатистый, красивый. А у нас семена полным ходом начинают сходить. Это я уже посеяла еще огурцы. Вот видите, там прям парниковый эффект. Я их прям не сильно прикрывала, просто сверху накрыла крышкой. Тепло идет, все хорошо полила, и прям хорошо. А это помидорки, которые мы сажали. Ну что вы думаете? Помните, эксперимент был? Максим посадил круглую баночку, а я сажала в эти. Эти начали только-только вот такие малюсенькие появляться росточки. А у Максима уже прям вот они какие. Ну, это вот травка. Вот это вот травка. А вот семена полезли. Вот вам эксперимент. Ну, правда, у него я сразу вот так крышечкой закрывала. А эти стояли без крышечки. Только сегодня я пленкой обмотала. Поняла, что парниковый эффект им нужен. Вот. Поэтому вот так вот. Сейчас вскрою, покажу. Травы куча, прям куча-куча, и там кое-где проросли семена. Вот, но там у Максима прям видно-видно. Сейчас обратно намотаю. А вот здесь вот, по-моему, прям побольше. Ну да, вот они прям начали лезть. Ну и травы прям много. Вот это вот убрали. Вот, вместо кучи остался вот такой вот мешок.
Круче нет. Чуть-чуть подрезала вот этот вот куст. Максим собирает. Что ты, Максим, собираешь? Мусор собираешь? Да. Потом вывозить, да, будем? Угу. Это все не сгорело, правильно? Да, сажа, камни там все такое. Вот. Ух ты, ты прям железный поддон нашел. А от чего он, интересно? Не знаю, сетка какая-то. Интересно. Вот так. Тамарчик. Он уже преображается. У нас тут все. Красота. Мне нравится. Мне нравится. Мне тоже. Погода сегодня такая классная. Тепло-тепло. Вот я в футболке. Максим, еще не в футболке. Тебе не жарко? Потею. Жарко, тепло сегодня прям хорошо. Прям работы я не хочу. Не хочу. А я хочу. Что-то не хочешь работать? Настроение плохое? Да, из-за машины. Сегодня машину, вернее, мы... Сколько дней назад мы ее отвозили? Неделю. Неделю назад машину отвозили, пятнашку в ремонт. А, ну мы видео показывали. Сверху дам ссылочку, посмотрите, когда мы ее отвозили. Вот. А сегодня вроде как мы ее забрали. По идее, уже починенную. Ну, не починенную. Но да, Максим сказал, что что-то не то. Надо чинить ее. Расстояние между колесами, правая-левая сторона, 2 сантиметра разница. И новый краб на подвеске, новый лопнул. Вот так. То есть я проехал 1.5 километра от мастерской до дома, и он лопнул. Продолжаем уборку на нашем участке. Здесь мы все ставим. Так, ребят, еще у меня такой вопрос. Вот он сизалис. Он, по сути, он уже сухой. Вот прям сухой. Вот. Я не знаю, что с ним делать. Тоже у него отростки пойдут от корня. Вот он, видите. Он сухой вообще. То ли отростки пойдут от корня, но это по-любому убирать надо. Он сухое все, не живое. Вообще не знаю, то ли он совсем пропал. Даже от корня там, вот видите, он ломаться уже стал, потому что сухие ветки тяжелые, но сухие. Вот. Жалко, конечно, я думала, у нас на участке физалис будет. Ой, что задымило. Что я решила сделать? Я сейчас хочу вот эту вот, ну вот малина, она поросла, короче, она должна вот тут у нас расти, а в итоге она залезла сюда, в этот куст, и вот я ее хочу, ну все не буду, вот, например, вот такие вот они уже растут, зачем их трогать, вот, они останутся, а тут очень много сухого. И вот сухое я хочу пообрезать, и потом посмотреть, может как-то этот куст можно подрезать, потому что он уже прям разросся, уже некрасиво совершенно. Хочется, чтобы оно все аккуратненько смотрелось. В общем, сейчас занимаюсь, вот здесь вот малинку подрежу, и там малину подрежу. Занимаюсь малиной.
На цветы прям не лей. Это пенопласт. А, это пенопласт. Цветов нет еще. Вот этот вот хотел цвести, который ты сорвал. Не знаю, теперь, наверное, не будет. Видишь, прям аж гвоздями так. Посмотрим. Может, что будет. Может, что будет. Все? Да. Петрушку полей. Я уже полил. А, петрушку не буду поливать. Но да ливани пусть да сочная будет. Да, нужна же и так сочная. Всего лишь петрушка. Потом поливать не буду, его полила только, ну, потому что чтобы зашел. Вчера поливала, сегодня. Да, пойдем. Так и разобрались мы с физалисом. Мы его вот так вот убрали. И нашли зеленые корешочки, что все-таки он будет у нас расти. Вот он. Вот тут, вот отсюда он засох. Вот видите, вот сухое все было. А вон там зелененькое. Где-то сейчас я покажу. Вот, смотрите. Сейчас. Вот почечка идет. Вот раз, два, три, четыре. Так что физалис будет, слава богу. Больше я не видела. Может, где-то еще есть. Ну вот они зелененькие. Вот еще зелененький корешочек. Вот видите, вот отсюда начиналось, ну, сок высох. В общем, будет физалис. Вот, пошел он. Слава богу, я прям довольная. Когда увидела, что здесь физалис, я такая счастливая была. Я хотела физалис, я люблю физалис. Вот. Все, поубирались мы здесь. Вон там немножечко рабочего момента камера стоит. Вот здесь можно между бревен мангальчик ставить, шашлычки жарить. Вот так вот мы прибрались. На участочке. Максим сдвинул мои дорожки опять, когда косил. Нужно обратно на место их поставить, вынести. Вот. А, еще я камни по участку пособирала. Кучку вот так вот сложила. Потом кое-где их покладу там, где надо. Вот. И все, вот они, камешки. Вот здесь они половину вкопанные были. Выкопали, разровняли. А камни вот здесь оставили. Все, теперь у нас чистота и порядочек на участке. Осталось только докосить траву, трава недокошена. А, малину я еще не сделала. Вот. Ой, погода прекрасная, так все хорошо. Прям здорово. Там вот зефир. Зефир. Ты что там делаешь? М? Ты что здесь делаешь? Ты что делаешь? Ты что делаешь? Ты что делаешь? Все. На сегодня вроде как работ больше нет. Все везде повыбирали. Сегодня, скорее всего, больше не будем ничего делать. Нужно убрать вот эти мешки, валяются. Вот. И собрать все инструменты.
работ больше нет. Все сделали. Арчик тоже вот привет передает. Сегодня чаек пили. Вот, отдыхали. Здесь пока ничего не делали, я планирую сюда. Максим сегодня как розетку не сделает. Розетку сделает, и сюда уже вот этот чайник окончательно перейдет вот сюда. Мультиварочку принесу. Будет такая зона для готовки. Вот. Вроде бы плющ себя чувствует нормально. Разрастется вообще, будет все шикарно. Будет такая стена.